Эти пацаны стоящие такие, два ручника вот с такими стволами. А вьетнамские пацаны подходят к этим пацанам. А Шварц? А Шварц вообще сидит отмороженный. Кислый такой, как будто вообще не отсюда. Слышь, мужики, а у Шварца вот здесь вот, кость специальная из титана. Ему один хирург жив. Что ты несешь? Я тебе говорю, мне один московский пацан сказал. Ну тут такое началось. Ну эти-то пацаны в курсе. Боишься? Да нет! Там уже секунды! Я там! А ты кричи! Легче будет! Все равно никто не услышит! Я смотрю, у человека вообще страха нет! Как начал валить! Да вот за 5 минут пришли вообще! Один вообще прикинул! Убит! Я броня 48! Это пацанка, которая... Вас понял! Приготовиться к атаке! Давай, пошел! Давай, мамочка, родная! Давай, ребята! Спокойно, спокойно! Не гони, родной! Побереги, ребят!